Ничто не заменит природу России. Александр Афонин является представителем русской школы реализма. Любит писать только с натуры, как Саврасов, Куинджи, Левитан. Художник является руководителем пейзажной мастерской Российской академии живописи имени Глазунова. Он откликнулся всей душой на идею возрождения России. Картины и не только это пробуждает любовь к Отечеству, его культурным и духовным традициям. О дивный остров Валаам, рука божественной судьбы, воздвигла здесь обитель рая, обитель высшей чистоты, обитель чудную, святую, жилище избранных людей, обитель сердцу дорогую, обитель мира от страстей. Не знаю, как воспеть сумею твои долины и поля, твои леса, твои заливы, твои священные места. Осень. Холодное небо и скалы показывают суровость северной части Ладожского озера. Молчаливое и неповторимое раздумье природы, как бы она вторит тишине, святому безмолвию. Это то, чего ищет всякая душа монашеская. В древности уходили иноки в пустыни, лесные дебри, на затерянные в водных просторах острова. Ведь то, что мы видим, что пишем, говорил Александр Афонин, это Россия, Родина, и каждый ее глухой уголок может и должен стать достоянием высокого искусства.